Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, Видеотекарь. Продолжаем записывать техасскую. В этот раз Бубасика забрали. Удивительно, удивительно, но, как говорится, нам же и лучше. Давайте поиграем за Джонни. Карта «Газовая станция». Джонни идеальный персонаж с точки зрения игры для рандома. Сам себе получает инфу. О, это новый скин Бубаса. Куда, как говорится, хочешь, туда иди. Прикольно. Не такой надоедливый звук, не такой прям высокий. А такой жесткий какой-то. Да. Unlock open. Ну, давай, unlock open. If grandpa was able, this would be over by now. I better go feed him. Собираюсь я деда кормить. Я собираюсь ворваться к Бубасу. Как только суровы заорут. Не, это я сейчас только потеряю время. Как я понамать? Зря взял, ну ладно. Поехали. Загнали, загнали Пегасуса. Жесткая. Мощная, бескомпромиссная. Давайте смотрим на следы. Может, здесь какой-нибудь сервец и наследил? Понятно. Или это сиська заорала? А. Так, раз, чтобы быстро все моргало. Буба! Красавчик. Time to play the game. Нормально. Гонишь, что ли, твою мать? Вы не видите, что ли, что я гонюсь? Ah!
Johnny. Get your head straight. Come on now. Очень, блядь, хорошо. Ну просто пиздец, как хорошо. Ну и где? И где хоть какая-нибудь помощь? Вот такое, такие вот катки тоже бывают. Манов важна слаженность. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами, как всегда, был Видеотекарь. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!